наконец-то что-то изменилось. Наконец-то, я не знаю, что это за перемены, но это что-то изменилось, хоть немножко. Поэтому раньше это было все одинаково, много лет. Одинаково совершенно все, все законы, все. И сейчас что-то вот в этом болоте начинает бурлить. Мы вместе уход, и мы тонем, хотя каждый знает, где брод, и каждый с надеждой глядит в потолок троллейбуса, который идет на восток. Троллейбуса, который... Какой может быть прок троллейбусе, который идет на восток? Троллейбусе, который идет на восток? Троллейбусе, который... Показалась звезда, мы молчим, но мы знаем, нам в этом помог троллейбус, который идет на восток. Троллейбус, который идет на восток. Троллейбус, который... Je n'ai qu'un but, en URSS comme en France, c'est être ami avec ceux qui écoutent. Ce qui compte, c'est les problèmes intérieurs à l'homme, pas seulement les systèmes politiques qu'on peut toujours critiquer. L'essentiel pour moi, c'est la communication. Когда, короче говоря, я чувствую, что мне есть что, что какая-то идея или тень идеи появилась в голове, то тогда появляется песня, но я не знаю, когда это произойдет, я не знаю, что именно меня наталкивает. А не проблемы того, где можно, кто ест лучше, кто живет лучше, кто, у кого квартира лучше, у кого денег больше. Меня это не интересует, меня интересует, какой человек сам. Это быстро прошло, ты хотел быть один, но не смог быть один. Твоя душа легка, но не имеет рука, и ты кричишь рассвет.